был познакомить вас с моими друзьями железными педальками. Вот видите, я ничего не играю, а музыка идет. Что это значит, что я играю под фонограмму? Фанера. Да, да, технологии сегодняшние позволяют делать вот такие вещи. Да, на педальку нажал, зациклил и под это... За что тебе деньги платят? Промолчи. Хотел поделиться с вами самым дорогим, наверное, самым приятным, самым хорошим. Знаете, технологии не только развиваются в технике, я, наверное, чуть не туда полез, но хочу сказать, что с помощью технологий можно облегчить свою жизнь значительно и жизнь как материальную, так и духовную. Я к чему говорю, что для саморазвития, для самореализации в наше время очень много инструментов сегодня есть. Вы знаете прекрасно, да, тот же самый интернет, вот, он облегчает нам жизнь по большому счету. Если мы чему-то хотим научиться, достаточно залезть в YouTube, посмотреть какой-то видеоурок и все. А когда я начинал играть на гитаре 27 лет назад, мы заказывали видеокассеты почтой, ждали несколько месяцев, когда они придут, и затирали их до дыр, играя гаммы и все остальное. По одной единственной кассете дорожили этим, но вот таким вот образом учились. Сейчас я нашел интересные видеоуроки и, как бы сказать так, наставник у меня появился. Вот все согласны, что в нужный момент появляются какие-то люди, я их называю... Как их называю? Нет, проводники. Они раз какую-то мысль там скажут, да, или что-то, и хопс. Когда вот мы готовы, появляется вот то самое, вот нужная мысль, нужное слово. Иногда там скажут, а посмотри вот этот блог там, или почитай вот этого автора, и ты раз, и переключаешься. И вот у меня появился такой наставник, его зовут Дада. Человек. У него такие глаза, человек из Сибири. И он, когда я смотрел очередное видео, ты пой давай там. Когда я смотрел его очередное видео, он сказал, что вы не можете не делиться со своими близкими самым лучшим. Все самое лучшее вам нужно отдавать. Вопрос в том, что для нас самое лучшее. Тем, что для меня, наверное, важно, и я не могу с вами этим не поделиться, потому что для меня это важно. Человек. Че ты говоришь? Давайте так. Самую главную, важную вещь, которую я понял за последние полгода, это доверие. Говори доверие теперь. Доверие. Что такое? Это разные вещи, да? Вера и доверие. Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Вот, верить чему-то или кому-то это одно, а доверять?
Доверять себе прежде всего, это самое сложное. Доверять себе, доверять своим чувствам. И это может появиться только тогда, когда есть тотальное доверие ко всему. И вот это вот очень-очень важно. Все остальное по сравнению с этим, наверное, второстепенно будет. Ну, вот я хотел, может быть, напомнить нам всем и самому себе доверие. О том, что как важно доверять. Доверие. Доверие — это очень важно. Доверие. Человеке. Саша умеет приземлить, да. И вот некоторые видят меня там в метро, как я улыбаюсь, думают, что он курит постоянно, да? Вот ничего не курю, серьезно, уже давно не курю ничего. Доверие. Вот правда, можно ничего не курить, не бухать. Доверие. И доверяясь вот этому потоку, самому себе, чувствовать себя офигенно просто. Доверие. Человеке. Есть еще одна вещь, которую я хотел поделиться с вами. Может быть, размышление, да, просто о том, что чем больше мы отдаем, вот тем больше нам приходит. И вообще что-то в этой жизни, в моей жизни, я не знаю насчет вас, я вот так вижу, что чтобы получить ценность какую-то, у всех у нас разные ценности, наверное, но чтобы что-то получить, нужно отдать. Отдать. А сейчас я вас погружу в самое приятное, в медитацию. Я хочу, чтобы вы мне доверились. Саня, доверие. Доверие, человеке. Доверие. Я хочу, чтобы вы мне доверились. Это, я не, ну, вы чувствуете же, что я не могу причинить вас зла вам никакого. Поэтому вы просто доверитесь. Сделайте то, что я буду вас просить. А для этого нам нужно в первую очередь выпрямить спинку. Спинку выпрямим? Выпрямим спинку, спина прямая. Ножки заземлим так, чтобы обе ноги стояли на земле. Можно облокотиться на спинку стула, можно прильнуть к любимому или к любимой. Вот, а сейчас самое главное. Тарелки свои забудьте, пожалуйста, на секундочку, товарищ психолог Женя. Вот, телефоны свои положите. Девушка так красиво снимает. Она сегодня фея, кстати. Давайте похлопаем феи. Аня, ты круче феи, чем они хлопают, поверь мне. Доверие. Все, да? Спинка ровная у всех. Спинка ровная, глазки закрыты. Наташа, глазки закрыты. У всех закрыты глазки. Я слежу за вами, друзья мои, я все вижу. Мы закрываем глаза и просто растворяемся в звуках. Мы вспоминаем о доверии. Просто пока наслаждаемся этим состоянием, мы позволяем себе ни о чем не думать, а просто быть, наслаждаться. Если какая-то мысль появляется, не бойтесь, ничего, все хорошо, мы ее думаем и убираем, и снова возвращаемся в музыку и просто растворяемся. А я попробую вас немножко повести музыкально. Потом вернусь, но не открываем глаза, я прошу вас. Саша, закрой глаза. У всех закрыты глазки. Мы немножко отдохнули, расслабились, послушали музыку. А теперь мы отправляемся в путешествие.
На дворе 2179 год. С помощью технологий решены все проблемы человечества. Всем хорошо. Каждый живет там, где хочет, занимается тем, чем хочет. Для того, чтобы жить, больше не нужны деньги, мы о них забыли. Возобновляемые источники энергии, природа. За 2 часа мы можем попасть в любую точку мира. Нужно просто захотеть. С нами рядом наши близкие, те, с кем нам хорошо. Наши дети, наши родители, наши друзья, человеки. И вот в этом вот прекрасном мире, когда нам не надо думать о том, где заработать деньги, куда идти, спешить, просыпаться, мы думаем совсем о другом. Как? Что я могу отдать? Чем я могу поделиться? Что мне нравится? Что я люблю? И в это время у человека в голове не то что проблема, а задача найти то, что нравится, и поделиться этим с близкими. Наташа, глазки закрыты. Теперь, когда мы немножко поразмышляли, да, о том, что все хорошо, расслабились, почувствовали себя хорошо, комфортно, подумали о том, что нам нравится, что мы любим, вспомнили наших близких, родных. На душе тепло, тепло. Сейчас это тепло мы с вами представим как белый свет. Яркий белый свет, который внутри нас и снаружи. Теперь мы начинаем дышать. С каждым вдохом мы вдыхаем тепло и любовь. Каждый выдох — это тепло и любовь. Это энергия добра, радости, счастья, заботы, нежности, благодарности. Все, что нас окружает, наполняет внутри и снаружи, это любовь. Мы дышим и думаем о любви, об энергии, о том, что хорошо сейчас. Просто хорошо сейчас. Потяните одну нотку или другую нотку на выдох. Oh,
это позволит. Не пытайтесь, просто орите. Самый важный инструмент, который я для себя открыл, о котором я не могу с вами поделиться. Может быть, вы все о нем знаете, не может быть, а знаете. Конечно, знаете. Благодарность. Когда начинаешь доверять тому, что с тобой происходит, и благодарить окружающих, за мелочи, за то, что происходит с тобой. По-другому. Все происходит как-то по-другому. Больше добра, больше любви. Слова благодарности уже имеют огромную силу. И сейчас, когда мы находимся с вами в таком пограничном состоянии выхода из медитации, продолжения медитации, я хочу, чтобы вы сделали еще одно усилие. Почувствовать благодарность. Именно почувствовать. Можете вспомнить что-то последнее, кто сделал вам приятное, или то, что вы хотели, или то, что вы помните, за что вы действительно были благодарны. Вспомните. И попробуйте вот почувствовать, максимально почувствовать, а лучше вспомните несколько таких моментов. Растворитесь в этом чувстве благодарности. Прошу вас, очень вас прошу.
Родор да Фрина, thank you.
Я еще одну песенку спою. Здесь пришли слушатели уже на следующий концерт, да? Уронил просто, давай. Видимо, да. Видимо, не на концерт. Уронил просто. Просто уронил. А который час? Сколько у нас еще есть? После нас еще один концерт. Одна песня. Простите. Очень актуально сейчас. Мы с удовольствием еще вам подпели и поиграли.
Но наше время подошло к концу. Я благодарю вас. Я очень благодарю вас за то, что вы пришли, нашли время в этот праздничный день. Пришли вместе, кто-то один, кто-то втроем. Спасибо вам большое. Виталий Будяк, гитара, голос. Саня Лейер, харизма. И все. Остальное ты дома забыл. Ну вы же все помните, да, что лучше покупать диски, чем не покупать. Вот здесь вот компакт диски. Самое интересное, что я с собой ничего не имею. Но лучше покупать, чем не покупать.